Президента Европейского совета Дональда Туска допросят в суде. В деле бывших командующих спецслужб Польши Туск проходит как свидетель. В декабре прошлого года прокуратура обвинила руководство разведслужбы в связях с разведкой другой страны. В то время Туск был премьером. Польские СМИ уверены, вызов в прокуратуру не случайен. Властям Польши не нравится, что Туск сохранил кресло президента Евросовета. Накануне голосования по этому вопросу премьер Беата Шидло просила евродепутатов не отдавать свои голоса за Туска.